Убили! Так у меня жизни были полные, да как? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, енот, мой сын Ярик и Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем очень классную и крутую игрушку, называется Мак. Она недавно вышла в Стиме, абсолютно бесплатная, и мы решили ее записать, потому что офигительная выживалочка. Если тебе эти кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, ну что, пацаны уже поиграли в эту игрушку немножко, я вообще поиграл буквально минуту, настроил графончик. Расскажите, что здесь нужно делать и какие игры она напоминает? Добывать ресурсы, во первую очередь. Так. Сделать себе элементарные предметы по типу топора, кирки, ну и меча. Так. И тут видишь, куча сундуков валяется. Эти сундуки, короче, дают очень интересные бонусы, например, на повышение дамага, повышение ХП, регенерации и многого другого. Так, что нам первую ночь, Ярик, рассказывает, ты давай. Короче, игра про то, что ты ходишь, добываешь ресурсы, приходит куча врагов, ты не можешь их сдержать, зовешь друга, не-не-не, вот топор я тебе скину, вот. О! Ходишь, добываешь ресурсы, тебе их не хватает, добываешь еще ресурсы, умираешь, начинаешь все заново, в принципе, вот так. Класс, класс, мне это нравится. Так, что мы первое, ребята, будем строить в этой серии? Дом. Давайте будем, ребята, строить дом, правильно? Хорошая идея? Да. Короче, так. Пока что бегает по дереву. Нам нужно. Так, а как кушать яблоко? Нужно его. Все, я вижу, я взял его. Кушал. Держать. Так. Понял. Рубаем дальше деревья. Так, большие деревья у меня ноль. Дамага наносят. А почему тебе так? Мне надо топор сделать. Самый мощный топор в игре. Понял, я проверял. Видите, тоже выхватили это сразу все. Ребята, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. И напишите вообще в комментариях, как вам эта игрушка. Если ролик наберет 2000 лайков, то мы будем ее записывать и прям будем сильно развиваться и доживем до какой-то большой ночи. А как, пацаны, здесь по времени проходят ночи? Очень быстро. 10. Минуты 2. Максимум 10, там какие-то особые ночи. Получается, что мы можем? Мы можем сейчас нарубать дров. И потом эти всеми дровами скинуться и построить один большой дом, правильно? Ярик вообще псих, я вижу, прям профессиональный игрок. Нажимаем Tab. У нас здесь Wood, Wet, Coal, Rock и яблочко. Так, давайте посмотрим, что... Да, говори. Смотри, тут есть разделение на грибы. Есть 4 вида грибов. Желтые, розовые, радужные и есть красные. Так. Красные устанавливают ХПшку, желтые тебе дают еду. Радужные дают всего противники по чуть-чуть, а розовые топорами тебе дают только стамину. А врагов этот я могу топориком, да, мочить? Да, угодно. А топорик изнашивается? Нет. Вот это мне уже нравится. Что получается, все вечно, да, тут работает? Да. О, враг! А с врагов что-то падает? Золото. Понял. Вижу. Золото. Ой-ой-ой, прикольно, мне нравится. А что это за гоблины такие? Это динозаврики какие. Прикольно. Это в первую ночь, да, они приходят? Они и во все ночи приходят. А вы говорили, что на пятую ночь или на шестую приходит этот, какой-то мощный, да, челепиздрик? Огромный каменный, да. Слышь? Быть, очень быть подготовлен. А, ну иди сюда. Так, монетки берутся автоматически. А какими еще вещами я могу пополнять себе жизни? Грибами, едой. Мясо. И бафами. Если тут есть какие-нибудь бафы. Ребята, их что-то много, я могу проиграть, да? Ты потом возродишься на следующее утро. Эй, я хочу всю ночь играть с вами. А где вы? О, день первый. Все, получается, прошел, да, ночь? Да. Так, камни не могу я стругать. А что в ящиках? Что в ящиках дается? В ящиках нужны монетки, и там всякие пассивки даются. Отлично. Это вот, получается, мне надо кирку, да, скрафтить, чтобы я мог? Так, для этого мне надо стол. Иду до стола. Бежим со всей силы. А, у меня станины нет, я вижу, станина кончается. А где стол? А где стол, мимо стола? А, его сломали монстры, я его в дом поставлю.
Так, я могу стол поставить. Не надо, ты дерево тратишь лишнее. А, ну, уже сделал я стол. Будь у нас один на улице, один здесь у нас будет стол. Так, отлично. Так, я могу себе сделать кирку, да? Tools. Инструмент. Для этого надо мне 5 дерева и 5 барка. Что такое барк? Такие палки в виде закорючек. Барк, вижу. Отлично, Tools. Все, у меня есть кирка. Я теперь могу камни, да, добывать? О, ребята, это офигеть. Круто. Короче, добывай лучше черные камни, это железо. Железо потом мы из него скрафтим наковальню, а потом уже при помощи наковальни скрафтим себе железные доспехи, мечи, там всякое такое. Прикольно. Что еще тут можно добывать? А магия тут есть? Золото, адамантий, мифрил. Потом еще, ну, как это, с противников много разных будет выпадать предметов интересных. Я, допустим, скрафтил себе гипермолот, который очень сильно важен. Мне это нравится. Игра затягивает, кстати. С первых минут. О, все, я подобрал тель баф, у меня теперь быстрее атаки будут. А что вода дает? Что вода? Просто для ориентира по карте можно использовать. А его можно рыбу ловить, или для чего-то она для крафта нужна, там магия, там. Ну, я думаю, разработчик в будущем это реализует. Так, мне надо, блин, жизни пополнить как-то. А, жизни? Ну, тебе надо... А гриб? Могу лупануть гриб? Да. Короче, а если знаешь, желтый? Желтый — это восполнить голод. Восполняешь голод и восполняешь... Офигеть. И хп тоже реденется. А из деревьев, я вижу, яблоки, да, падают? Но не со всех. Да, не со всех, только с некоторых. Кстати, нам повезло со спавном. У нас есть все 4 типа деревьев. И мы сможем крафтить из всех рот инструментов. А вот у меня есть 30 монет. Это что, монеты? А за них можно сундуки открывать. Каждый сундук подходишь, и там напишешь, сколько нужно монеток. Для, допустим, сундуков, у которых белая обводка, нужна... 25 монеток. Можешь брать в них пассивки. Прикольно. Давайте пока мы будем этот прокачиваться. Яблоко скушаю сразу. Так, а чем еще? Яблоки, грибы. Чем еще можно жизнь пополнять? Мясо. Мясо и... все. А мясо где брать? Коров мочить. А коровы где? На поле. А в этой игре есть разные локации или только одна локация, что-то такое все зеленое? Ну, нету пока что. Это первая версия, первая, самая первая. Прикольно. Игра очень классно затягивает. Мне реально, я от нее кайфую. Она такая расслабляющая. Играешь, кайфуешь, веселишься. Камень, добываем себе дерево. И... так, у яблоки что-то... яблоки не с каждого дерева падают. Мы же... какие-то определенные деревья. А надо на пол смотреть. Надо на пол смотреть, там это валяются яблоки. Да? Да. Я тоже, видишь, проверял. О, синий цветок, можно жрать? Нет. Вот, блин. Собираем цветочки, может пригодиться. Я уже почти скрафтил себе меч. О. Да, блин, где береза? Я хочу березу добыть, чтобы меч скрафтить. Сейчас монстры будут. Так, ребята, я иду к вам. Я буду с вами воевать, у меня жизни маловато. Всего 86 из 100. Ну так это много. Если хочешь остаться жив, то тогда иди в дом. Там больше шансов, его просто обороняешься. Я буду сундучки открывать, сколько тут надо? О, пилюля, что за пилюля? Ну, прочитаем. Синяя? Да, синяя. Она тебе здоровье повышает. Ой, блин, я думал, это из вас кто-то. Это челепиздрики кидают этими... костями какие, слышишь? Отвалите! Гоблины. Эй! Это гоблины. Скажи им, Серега. Кидайте в Димас. Да не надо! Стамины. У меня стамины нет, помогите. О, я их выношу. А с них что-то падает, с этих гоблинов? Да, монетки. Да. Может золото выпасть. Золото может. Слышь? О, отлично. Чё, блин, это енота, я его фигачу. А чё их не костяшки нельзя взять, не? Получается, что у нас каждую ночь приходят все сложнее и сложнее эти, да? Да. Боссы. И в более таком большом количестве. О, дай два, я понял, по дням. Сколько вы, пацанов, дней выжили первый раз? 8. Я 10.
8. Ого, Ярик 10 прожил, ничего себе. Но я один играла, а не вдвоем. Вдвоем легче, да? Намного. Так, у меня станина просто так не пополняется, да? Нужно надо еда, ну, чтобы у тебя голода не было. А-а-а. Где желтые грибы, если ты нашел? Так, я прыгать не могу. Я прыгать не могу. Я в доме... надо покушать. Я не могу в дом зайти из-за того, что я не могу прыгать. А тут у нас это гигант. У нас за домом... А, кстати, да, давайте его замочим топориками, да? Но у нас есть ручной гигант. Вот он плохой. Да, был. Мы его уничтожили. Так, надо мне еду пособирать какую-то. Давайте будем, ребята... А яблоки могут просто на полу, да, лежать? Не просто обязательно деревья рубать. По деревьям может валяться просто. Бить деревья, они падают? Да. А желтый камень что дает? Золото. А, это золото. А, я не могу, у меня ноль отнимает. То есть я не могу своей обычной киркой. Надо тебе железную кирку делать. Red смотри, Apple, Дим. Отлично. Смотри, Дим, вот тут железная кирка у меня. Вот. Ой, прикольно, молодчик. Яблочко лупанем. О, станинка пополнилась. Я заметил, что у меня жизни теперь не 100, а 110. А, ну... это вот... да. Еще есть красная пилюля, которая просто делает плюс 10 хп. А розовые грибы что дают? Дополняет тебе стамина. Отлично. О, я тут грибную поляну нашел. Опа, сундучок. Давайте посмотрим, что сундучок. О, красно. О, кстати, мы себе прям вообще... хорошо качнулись, ребята. Давайте прям все захаваем. Все грибы можно есть или какие-то жизни будут у меня отнимать? Все можно есть, все можно. Не я бойся. Проверял, видите? Я восстанавливаю свой цвет. Прям все ем. О, станина. Отлично, красный. Жизни, жизни не будем тратить. А розовый? Розовая станина. Все, вижу, вижу. Не буду, оставим их, оставим. Давайте еще, что нам еще нужно здесь сделать? Я здесь пособираю грибов здесь, а я вижу, их уже нету. О, корова, корова! А корову чем, с топором, да, можно залупашить? Да чем угодно. Она не уходит, класс. По жопе топором. Ого, кусок мяса выпал, неплохо. Так, 100 монет у меня нет. Еще одна корова, ребят, тут 3 коровы, лупашу всех. Они спавнятся, можешь всех убивать. Я так и делаю. Лупашим всех. Какое самое мощное здесь оружие? Меч? Да. Адамантиевый. Ого, да. Не алмазный, не? Как в Майнкрафт. Адамантий. А мясо можно сырое есть, можно приготовить, да? Да. Лучше ешь приготовленное, потому что сырое вообще ничего не восстанавливает. Отлично. Собираем... О, сундук. А сундуки разного цвета, да, я вижу, есть? Да, 250. Убираем все. Ночь будет через минуту. Да, пацаны, нам жопа. О, какой-то реактивный нашел. Какую-то штуку реактивную, похоже. А ты прыгни. О-о-о. Я готов. У меня железный шлем, железный меч. А вы как быстро так развиваете? Вы уже научены, да, просто, пацаны? Да. Это я, Рахит. Эй, за мной кто-то бежит, чувак, отвали. Димас, ты, кстати, нажимая на колесику мышки, можешь оставить отметку, показывая, где ты находишься. Во, я вижу тебя, вижу. Сейчас замочу его там, ага, мечом своим. Ага. А, ну исчезает со временем, да? Слышь ты, чилипиздрик. Ого, их все больше и больше каждую ночь. Очевидь. Да. Монетки, монетки. Слышь ты, урод морской. Ярик, у меня там сюда, помоги. То есть они тебя стимулируют, чтобы ты мочил мобов, тем самым ты монетки себе добавляешь, да? Да. А если проиграем, и все шмотки пропадут, да? Да. Они упадут. И со временем они пропадут. От жопы морские. Ой, не тот гриб хаваю. О. У меня тоже такое было. О. Надо привыкнуть, еще не привык. Так, сейчас буду меч себе делать. Сейчас ночь кончится, буду меч. Они дом ломают нам. Сейчас его. Где там? А мы туда все и вот, тут куча врагов. Прикол. Мне нравится воевать с ними. Day 3. Слышь ты, чилипиздрик.
Я думал, когда ночь, типа, наступает утро, они исчезают. Ну нет, они остаются. Они не появляются. Они... Вот этих добиваешь, и все. Кирка, они не появляются до следующей ночи. Так, это а ну расскажите, как мне сделать меч? Тебе нужно... Тебе, короче, нужно взять 5 слитков железа. Так. И тебе береза нужна с веревкой, по-моему. Нет, Point. Это береза. Армор. Она у тебя должна была забраться, да? Так, а что я взял? О, береза, да, береза есть. Смотри, ты хочешь на кабальню, выбираешь weapons, и там будет меч. Вон. А мне нету. 7 железа надо, и... Ага. 3,5 возьми. У меня 8. Коал, 2. А чё мне не получается? Чё не то? А ты нажми на меч. У тебя он чёрный, да, светится? У меня вообще в Apons не светится меч. А тебе надо железо. А, тебе надо железный слиток подобрать. Так, а где его надо? Смотри в печке. Печка там стоит. Забрал я железо. Хорошо, я ж не знал, что надо расплавить его. Сейчас только узнал. Так. Берем Iron Aura. Вижу. Вижу, забираю себе. Один надо, да? А, вот. Давай я подкину, чтобы там у тебя было, или там есть. А что не плавится? Надо, дерево надо положить, фьюэл. Все, я понял, я проверял. Видите, тоже шарите. Я уже мифрил добываю, пацаны. Молодец. Так, фьюэл. Все, погнало. Сколько надо железа, вы говорите? 7 железа. А, 7. 7 железа. Ребята, делаем, потихонечку плавим. Отлично, у нас уже их 2. Кстати, все быстро происходит, то есть прям вообще по красоте. Надо быстрее развиться, чтобы мочить потом того гиганта. Тогда нас-то все-таки больше будет. Надеюсь, мы сможем его замочить. Главное, ему под руку не попадать, а то он убивается на волках. Ого, смотри, псих. Я нашел очень много грибов на горе. Ладно. Так, крафтится. Так, одно железо и одно деревяшечко тратится, да, на каждое железо? Да, я вижу. Все, 7 штук есть. Давайте уже доплавим. И деревяшку заберем. Так, отлично. Отлично. Подходим до наковальни. Ну, помогите добыть мифрилу. Вот здесь. Вот. Пацаны, у меня меч. Хорош. У меня меч есть. Ну чё, кто там на меня батоны крышил? Да ща, подожди, через 2 часа уже будут идти. Так, мне надо пополнить себе станину. У меня её нет. Не, не станину. Получается, у нас идёт жизнь, а что второе у нас идёт? Голод. Голод, у меня голод нападает. А если возьми схаваю грибок, может голод пополнится? А нет, это... Жёлтый гриб съешь. Надо найти его. Или яблоко. Найду. Сейчас мы смотрим под ноги, что-то найдем. Так, когда голод, получается станина не пополняется. О, так у меня мясо есть куча. Кстати, тут корова наспамнилась, 1 000 000 штук. Получается, я могу мясо схавать, да? Или его пожарить надо? Пожарить. А я не смогу запрыгнуть, так как у меня... А сырое можно схавать? Не хавай сырое, но вообще ничего не восстановлю. Давай я сейчас... Я попробую съесть, все-таки интересно, что будет, если я сырое съем. Чуть-чуть, да, пополняет. Я иду тогда жарить его. Бежать не буду, чтобы не тратиться. Я ставил, надо еще забрать на себя. У меня еще 2 мяса есть, пожарим. Так, ребята, скоро ночь. И у нас по красоте. Ого, я прыгаю, мне так непривычно, что я прыгаю высоко. Так, вот тут прыгаю. Что-то крафтится, пацаны. Может еще одну печку поставить на мне? Нет. Заберите свое мясо, это металл, заберите, я все мясо пожарю. Так мясо готовится в другом месте, справа. Да, там видишь? А, точно. Я знал, видите, тоже заметили. Готовится у нас мясище. 1 кусочек жареного. Жареное сильно, да, пополняет? 2 кусочек. Так, ребятушки. Дима, помогай. Подай, я схаваю мясо. Отлично, ребята. Ну что, полная энергия. Идет. Идет Барбос. Барбосевич. Слышь ты, дерьмо собачье. Ого. Ого. Офигеть, тут что у нас творится? О, крипы мы думаем.
Кто еще? Кто еще? Ну-ка. Он сильно дамаж, да, наверное? Ого, мы их фигачим. Прям вообще, слышь, у него так закрутилась голова. Дурак, что ли? Я тебя вырублю сейчас. Ого, меч 26 отнимает. Прям вообще сильно. Я вообще могу убить его с одного удара. А у тебя чем ты там их мочишь? А у меня есть специальная билка, которая... Я могу руду сломать с одного удара, если выпадет шанс. О, я увидел, как спамнятся мобы, из-под земли вылазят. Да. Отлично, отлично. Ого, он отлетает жестко. Слышь, дом нам поломает сейчас. Ты дурак, что ли? Так. Так, сколько у меня монеток? Давайте посмотрим. 102 монетки. Мы можем какой-то сундук попытаться открыть. 99. Дим, смотри, я вот подсветил, тут вот открою, тут есть за 100 монет. Хочешь попробовать? Иду, 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 иду. Давайте посмотрим, что тут. О, что за жаба? А ты попрыгни. Прыгни. Ну, нормально так. Получается, тут сундуки открывают какую-то магию, что ли, да? Да. Пассивки. Ага, мне это нравится. О, грибы вижу. Пассивки дают тебе бонусы всякие интересные. Здесь есть мод. Там больше хп, здоровья. У меня, допустим, есть абилка, которая, когда я каждый раз кого-то убиваю, у меня плюс больше на 1 хп можно сделать. На 2 хп там. А, ну, на 2. У меня есть еще абилка к похищению хп каждый раз, когда я кого-то убиваю. А что это за статуя такая, как это старт батл? Не надо, тебе попа будет. Там, короче, спавнятся очень сильные мобы, они тебя с одного удара убивают. Нет, там не очень сильные, там рандомные. Там 3 рандомных мобы, не очень сильные. Ну, на без брони убивают моментально. Даже вообще неразборчиво. Я спокойно их убиваю. Прикольная игрушка. Получается, мы сейчас поиграем, да? И в следующий раз мы зайдем, мы сможем отсюда же продолжать, да? Нет. Заново? Да. А может сделаю, что сохраняться как-то можно? Не выключать компьютер и игру. Классно ты придумал. Ну, знаете, что прикольно? Что ночи быстро проходят, то есть ты недолго не паришься. Кому, пацаны, мясо? Вот. Я тут коров рубаю. А я пока что мифолил добываю. А я пойду сундучки открывать, 139 монет. Ну ты хитрый, ты читер. Нет, я просто золото добыл с помощью железной кирки. А я, короче, пошел из дешевых сундуков разные обилки подобывал. И я очень могу быстро бегать. Нифига себе, ты псих. Я теперь еще выше пойду. Я тоже высоко. Голос быстрее тратится, когда я бегаю, я заметил. Так, что у нас есть в инвентаре? Надо желтые грибы. Бона, что там? А там, если разноцветный гриб, то он это тебе все восстанавливает, Дим. Да? Если есть у тебя, да. О, а что это у меня косточка есть его, или что это? Ну, что-то типа того. 14 штук, странно очень. Так, разноцветного гриба нету. Давайте 7 желтых, зато есть у меня грибочков. А как предметы скидывать? В табе просто их выносишь за пределы инвентаря. Как в Майнкрафте. Понял. Ну что, кто в эту ночь сейчас к нам придет? Никто особого. А, нет, в эту ночь вроде бы сейчас босс должен быть. О, хочу босса увидеть. Так, что мы, давайте мясо пожарим. Мясище. Ага, так они не жарятся, когда... Надо дерево запихать. Не, фуил тут есть. Вот. Ну, в одну ячейку пока закинь. Угу. Я думал, что если я в 4 ячейки закину мясо, то будет какое-то блюдо там. Прикольное. Жарится мяско у нас. Сейчас будет битва, я чувствую, жестче у нас. Мало, конечно, мобов, хотелось бы больше. Ну, давайте будем учитывать. Больше и разнообразнее. Это пока что мелочь, Дима, ты увидел. Дальше интереснее будет. Ого, это будет жестко. Папа, посмотри, какой у меня костюм, я сзади. О, у тебя уже костюм. А я в чем одетый? А, я вижу, тап нажимаешь, я вообще рахит. Короче, хочешь, я там тебе железную кирку, и там будут синие камни, вот их надо добывать. А вот это не железное у меня?
Нет, это деревянная, я тебе дал железную. А можете скинуть? А, вон, вижу, кажется, наш домик. Бегу к нему. Да-да-да, бегу. Пошел, челепиздрик. Они каждую ночь все сильнее или синее, или такие же всегда одинаковые? Да, сильнее становится. Слышь, он идет наш дом ломать. Ты дурак, что ли? Не ломай наш дом. Ого, он дом реально ломает. Ого, тебе пухопы снесли. Лучше отходи. У меня мясо есть, еще 4 куска и грибы желтые. А мне пофиг, у меня есть обилка на похищение ПП. Я просто хожу и мочу, и у них ПП восстанавливается. Мне вторая такая же выпала, брат. Как по мне, это имбовая обилка, особенно когда у тебя 3x. А че ж они такие злые-то, а? По башке получи. Че они так много жизни выносят? Первую ночь была лайтова. Слышь, это ты, легкая, придурок! Слышь, придурок, отвали! Это ты еще не был на восьмой ночи. Вот на восьмую ночь там просто жестко очень. Иди сюда, придурок! Ого, он камнем кинул по башке! Вот это было больно! Давайте будем выполнять житушки себе. Сейчас. О, все, они не будут. А! Убили! Так у меня жизни были полные! Да как? Я твои вещи подберу, я тебе потом отдам, потому что они исчезли. Да как? У меня была полная жизнь! Ребята, если вам понравилась эта игрушка, и вы хотите еще, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. А мы еще немножечко поиграем.